Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас GTA San Andreas. Сегодня мы будем проходить одно из самых жопных заданий, миссии, это школа самолетов на заброшенном аэродроме. Learning to Fly называется эта миссия. И эй, Карл, как тебе наша новая база для планирования операций? Да тут не хватает чего-то. Может быть, теннисного корта, бассейна и все такое. Да, прекрасно, Карл, очень умно. Короче, ты должен научиться управлять летать. Не, я не собирал. Не, тебе нужно. Я подготовил для тебя серию тестов, ты можешь посмотреть их вон там по телевизору. Ты должен доказать мне, что умеешь управлять авиатранспортом. Ты должен работать. Блин, окей. Отлично. Да, когда я проходил оригинал на видео, там я не проходил летную школу, пытался ее пропустить не из-за того, что она сложная, а потому что она у меня не запускалась. Я даже на видео показывал, я подхожу к кругу, и телевизор не включается. Просто не вылезает вот это меню, поэтому мне пришлось качать сохранение, где школа уже пройдена. И поэтому в связи с этим, возможно, в этом сезоне будет на одну серию больше. Ладно, короче, взлет. Я, правда, немножко подзабыл, как управлять самолетом. Вот тут управление мышью есть, которое, к сожалению, отключить нельзя. Вот так. H, убираем шасси. Да, мышью управлять не очень удобно, но, к сожалению, в этом ремастере управление мышью отключить нельзя. Вроде бы, насколько я понял. Но если привыкнуть, то управлять вполне можно. Поворачивать, вот, правда, не очень удобно будет. Так, на серебро. Посадка. Теперь посадку давайте. Во-первых, выпускаем шасси. И теперь летим к первому кольцу. Аккуратненько приземляемся. Аккуратненько опускаемся. И назад не подниматься. Куда? Не подниматься назад. Продолжаем двигаться вперед. Мы сейчас уже на земле. И останавливаемся в красном круге. Отлично. Опять на серебро. Круг. Так. Давайте направо. Пусть будет. В принципе, не так важно, в какую сторону. Удобство будет одно и то же. Убираем шасси. Шасси надо обязательно убирать, иначе самолет может начать падать во время полета. На своем собственном опыте это говорю. Уже проверял это. Так, летим. Ну, может быть, мышью даже как-то полегче немного будет. В общем... В принципе, я когда проходил в ремастере эту школу, я ее прошел, в принципе, довольно-таки быстро. А вот в оригинал, когда я играл, я ее проходил очень долго. Я играл, у меня была другая версия, не та, на которой я тогда снимал. И там летная школа сработала нормально, но проходить ее там было вообще тяжело. На телефоне более-менее прошел, хотя вот полет было довольно-таки сложно пройти на сенсорных этих кнопочках. Главное... Ни один круг не пролететь случайно, потому что пролетим, опять серебро, пролетим и будет очень-очень плохо. Круговой полет и посадка. Набери 70% выше, чтобы продолжить. Так, давайте теперь влево попробуем, чтобы разнообразить наши испытания. Так, отрываемся от земли, убираем шасси и летим. Вот зачастую именно в этом задании полет часто довольно бывает легок.
А вот посадка уже потруднее. Ну, кольца лучше видно эти в темноте, кстати. Так, и вот сейчас будет довольно-таки сложно. Это посадка. Ну-ка, опускаемся. Медленно, медленно, медленно. Придется развернуться, потому что слишком... Если мы, кстати, потратим слишком много времени на посадку, то испытание будет провалено. Шасси, 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 скорее! Не-не-не-не, давай, давай. Приземляйся и аккуратно. Ой, там камень. Да, провалили мы это испытание, потому что мы врезались в крылом в ангар. Ну, я же говорю, посадка это сложно. Самолет, кстати, меняется по цвету. Тяжело, тяжело реально успеть самолет прицелить точно к земле. Первое испытание, которое мы провалили, кстати, сегодня. Давай, 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 давай. Аккуратно лети. Так, давайте снизим чуть-чуть скорость. И выпустим шасси. Вот сейчас. Не-не-не, самолет надо наклонить чуть-чуть. И вниз, 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 вниз его. Вот так. Вот так аккуратно приземляемся, чуть-чуть снижаем скорость. Не-не-не-не-не, не подниматься обратно, не подниматься. Во-во-во, аккуратно катимся, катимся. И давай в красный круг, давай. Хорош, серебро. Все время на серебро, блин. Так, взлет вертолета. Вот это будет гораздо проще. Вот это будет намного проще. Вертолетом управлять-то на самом деле тоже проще. Потухли фонари, блин. Ой, не так. Развернули самолет. Ой, вертолет. И теперь двигаемся к этой метке. Я что-то проглядел инструкции. Это еще не только... Там с самолетом еще не покончит. Там еще мертвая петля будет. Еще что-то будет. Мертвая петля это тоже не из легких заданий. Опять серебро. Только серебро. Так, посадка вертолета вообще легко. Вертолетом управлять легче, чем самолетом. Прямо по курсу, кстати, замечательный город под названием Лас-Вентурас, в который мы с вами тоже наведаемся. Опять серебро. Уничтожение целей. Довольно-таки сложное, но тем не менее, не самое, на мой взгляд, сложное задание. Жалко, не видно прицела, как бы внизу самом, что не видно, куда направляется оружие. Давайте чуть-чуть пониже направим вертолет. Чуть-чуть вот так его поднаклоним, чтобы чуть-чуть сбавить скорость.
Так, а почему наклон такой странный? Я вообще-то... Так, давайте заново, короче, начинать, потому что... Потому что что-то ни одной цели не уничтожено, и что-то... Вот этот поворот вертолета, он что-то к наклону приводит. Ладно, попробуем ракетами. С пулеметов что-то не получается. Ракеты, слава богу, бесконечные. А, я разворачивал неправильно. Надо мышкой поворачивать, а я делал это стрелками. Сюда немного. Так. Блин, сложно попасть, смотрите-ка. Да блин, ну сложно. Сложно, это тяжело делать. Но мы должны все-таки попытаться. Может приземлиться? Ну не приземлиться, точнее чуть-чуть ниже опуститься, а то так реально тяжело попадать. А помимо этих надо еще там будет парочку целей расстрелять немного, которые справа будут. Причем они будут не стоять, а ехать. Что еще усложняет задачу сильнее. Ну-ка. Хорош! Пулеметом мы это сделали. Надо просто было ближе чуть-чуть. Не долетело. Так, одну взорвали. Хорош. Так, нет, только не в гору, только не в гору. Если мы врежемся в гору, то все, провал будет опять. Опять серебро. Мертвая петля. О, так. Да, так, летим к первому кольцу. И после него, после того, как мы через него пролетим, мы должны сделать мертвую петлю. Вот так. И теперь пролетаем через последнее кольцо. Отлично. Мы сделали это опять на серебро. Но с первого раза. У меня часто это не с первого раза получалось. Так, бочка. Ну, бочка это тоже не так сильно сложно, но без проблем, когда не обошлось, когда я первый раз заиграл. Ай, блин, ну что ты падаешь, ты е-мое, самолет, е-мое. Теперь делаем бочку, я упал. Нам надо выше лететь, немного надо выше. Блин, маленькое движение мыши, и он наклоняется слишком сильно, блин. А теперь бочка. И отлично. О, а я уж думал, все испытания будут на серебро. Но нет, мы одно, наконец-то мы на золото прошли. Так, во-первых, почему он в одних трусах? Ну и во-вторых, это одно из самых простых заданий. Это финальное задание. Раскрыть парашют надо. Логотип рокстаровцев на нем. Давайте раскроем парашют наш. И попробуем приземлиться в этой точке.
Может не долететь. Не долетели. Совсем чуть-чуть не долетели. Вот теперь-то наверняка долетим. Так, можем перелететь тут. Отлично, прям почти в самый центр. И серебро. Короче. О, короче, почти все испытания пройдены на серебро, одно только на золото. Алло, Карл, это Вузи. Вузи, как дела? Приходи и сам увидишь. У меня маленькое деловое предложение есть. Приходи и сам все увидишь. Хорошо. Нравится? Ты должен просто обожать это. Это казино 4 дракона в Лас-Вентурасе. Ты ведь зайдешь, да? Да? Короче, появилось первое задание в Лас-Вентурасе, но его мы будем проходить не сейчас. Сегодня у нас задание на заброшенном аэродроме. N-O-E. Я схватил тебя, Карл! Ты в полусонном состоянии? Я бы мог бы тебя убить 9 разными способами. Да тебе надо перестать пить кофе, чувак. У нас есть проблемка. Я знаю парней, которым требуется кое-какое снаряжение. Если они его не получат, то умрут в ближайшую ночь. Ну так доставь. Мы должны заставить его им. А чё, разве нет? Со мной постоянно 5 человек следят. Двое на том холме, один вон там, и еще там два спутника. Если я начну это делать, меня убьют быстро. У меня никакого желания умирать. Так что это сделаешь ты. Так. Короче, возьми самолет. К бою ты пока не готов, так что не светись на радаре. Вопросы есть? Да, да. Эй, подожди. Может, послушаешь хотя бы меня один раз? Почему бы с этими парнями не прийти сюда? Они не могут, потому что... Один из УБН, один из ФБР, один из России, один кубинский двойной агент и остальные, которые работают. Это система издержек противовесов. Никто не следит ни за кем. Понимаешь, о чем я? Давай, иди. Ну, окей. Это задание катастрофически было сложное. Я его даже пропустил, когда проходил оригинал. Единственное задание, которое я пропустил, не считая летной школы. Карл, тебе лучше лететь ниже зоны действия радара, поближе к земле. Можешь использовать каньон как прикрытие. А ты уверен, что это безопасно? Надо проявлять энтузиазм. Маловероятно, что ББС США тебя заметит. Маловероятно, я имел в виду. То есть могут. Если бы ты достал столько таблеток, сколько они, то было бы все проще. Короче, здесь надо лететь низко. Потому что тут повсюду... а чё шасси-то открылись? Я не открывал их. Они автоматически, что ли, открываются? Но вот, когда я в ремастер проходил, я это задание прошел. Мне это задание пройти все-таки удалось. По-моему, даже с первого или второго раза. Может быть, здесь как-то легче, что ли, стало. Вот на андроиде я, по-моему, его тоже пропустил. Оно капец сложное было. Было сложно лететь низко и не врезаться при этом во что-то. Так, тут аэропорт. Если
если видимость шкала поднимется до конца, ничего страшного не случится. То есть я имел в виду, миссия не провалится, но за нами начнет лететь один из вражеских самолетов. И от него скрыться будет очень тяжело. Он нас подстрелит очень быстро. Какой-то груз в Angel Pine доставляем мы, в общем. Но вот здесь-то я что должен сделать? Тут никак по-другому. Ну здесь-то как? Тут ниже нельзя было. Как они... Какая тут высота обнаружения? Тут леса вообще. Как они могут меня здесь увидеть? Так, Angel Pine уже здесь где-то. Влететь в кольцо? Если бы я его видел еще, это кольцо. Ой-ой-ой, только бы в дерево не врезаться ни в одно. Все, теперь... Контрольная точка сохранена, слава богу. Так, будем, короче, лететь вот здесь. Ближе к воде. Так будет полегче. Только бы не влететь в воду. Вот это вот, если это будет, то это будет ужасно. В GTA 5 парочку было похожих миссий, где надо было тоже низко лететь. Здесь сложно лететь низко, потому что тут кругом здание же, это город. Ой-ой-ой, осторожно. Нет-нет-нет, тихо-тихо. Ух. Так, все, из города мы вылетели. Теперь надо умудриться приземлиться. Тихо-тихо. Ух, как нам повезло сейчас. Какая высота обнаружения? Я на своем аэродроме. Что вы мне тут сделаете, ё-моё? Так вот здесь надо... Ой, постараться приземлиться. Ого, осторожно, осторожно. Отлично, Карл, ты реально молодец. Так, отлично. Тут еще три задания, по-моему, есть. Стоуэй. О, ну и что же ты на этот раз задумал, Торрен? Блин, я тут какой-то незащищенный.
Что ты думаешь об этом? Да проклятие какое-то. Я думал, что это твои люди. Слушай, Карл, у нас тут проблемка. Опять. Какие-то предатели из другого отдела. Думают, что могут помочь внешней политике, финансируя милитическое, что-то там, обмен на договоры по оружию. А разве ты не то же самое, что ты занимаешься? Ну, почти. Правда, мы контролируем своих диктаторов. Точнее, дегенератов. Мы пытаемся держаться подальше от них. Они сильно воду тут мутят. Окей. Вот эти идиоты сперли партию наземных мин. И они собираются поставить их в ближайший Восток, и там начнется свара. Все они там с ума сойдут, и появится куча проблем. Карл, тебе нравятся люди, которые наносят вред другим людям? Наносят вред? В любом случае, дело в том, что мы с тобой так похожи, Карл. Да, это грязная работа, но кто-то ее должен же делать. Если ты справишься, это приведет к разрешению ситуации по всей Латинской Америке и всему Среднему Востоку. Я тебе говорю это как большому человеку. Я даю тебе разрешение прикончить их. Как тебе это? Убить правительственных агентов? Убить, прикончить, какая разница? Только не надо. Короче, считай это как уничтожение насекомых. А теперь давай вперед. Я не могу тут больше оставаться. Это задание полегче, чем предыдущее. Полегче намного, я бы сказал. Бомбу в самолете. Let's go, 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 go! Пошли нафиг, пожалуйста. В самолете много взрывчатки. Пока вы на борту, не применяйте огнестрельное оружие. Но есть у нас катана, которую мы сперли у этого скинхеда, блин, на корабле. Что это за ниндзя, блин? Давай, иди сюда, отведай силушки богатырской. Я могу быть не только стрелком, но и самураем тоже. Да блин. Получи. Парашют, конечно же. А теперь нам надо установить эту штучку. И сваливать отсюда скорее. А, отлично, так, мы это задание тоже прошли. Теперь переходим к следующему, я думаю. У нас еще есть на это время. Хотя нет, давайте, знаете что? Давайте на сегодня закончим. 29 минут уже прошло, точнее 30. У вас 30, у меня 29. Там написано. Короче, на сегодня все. С вас лайк, подписался, с меня эпичный видос. В следующей серии пройдем оставшиеся миссии на заброшенном аэродроме. Потом все миссии в Сан-Фьерро. Там еще осталось штуки 4. А потом поедем в Лас-Вентурас. Подписывайтесь на стримский канал, сходи в группу ВКонтакте. Всем пока.